Всем привет! С вами Ольга Чернова. Это не видеоролик, я просто хочу вам показать посевы. Вот сегодня у нас, так как сибирский регион, было минус 12 ночью. Сейчас минус 2, где-то минус 3 или 4. Все посевы, которые у меня взошли в теплицы, вот я вам показываю салат, сейчас покажу капусту, все прекрасно растут. Так что если на улице минус 12, ни для салата, ни для капусты, это никакая не проблема. Вот они бодренькие, все. Они даже еще больше их стало, чем в тот раз. Показались еще другие капустки, которые вылезли, тоже растут. Тот, кто посеял в теплицах, и может быть у него нет возможности туда ездить, не опасайтесь, 10-12 градусов ночных заморозков для холодной теплицы, вот таким вот зелени весенней, это не проблема. Все хорошо растет, даже всходят новые, вот там вот не было в тот раз, все появились, вот эти вот у меня салатики. Скоро салат уже даст третий листик. У нас очень холодно. Пришел какой-то там циклон или антициклон, не знаю. Днем минусовая температура. Но я продолжаю сеять. Я сегодня пришла вот посеять еще там некоторые свои, что не сеяла. И посеяла морковку, и укроп, и кориандр, кинзу. Такая погода не должна испугать истинного садовода-огородника. Так что приезжайте на дачи, продолжайте сеять. Все прекрасно всходит, все растет. Всем хороших всходов дружных.